Неожиданно, честно скажу, давно не был в Армении, в Ереване, и в этот раз вот удалось наш отпуск спланировать и приехать сюда, на родину, поэтому мне правда очень приятно, меня повсюду, везде поддерживают армяне, и это чувствуется, это приятно, где бы я ни играл, поэтому всем спасибо большое, и добро пожаловать, пойдемте поиграем. Понравилось, что приятно удивило родина? Ну, как для начала я просто смог поездить, ну, побыть не только в Ереване, а именно поездить и посмотреть красивые места, то есть разные другие города, деревни, то есть монастыри, то есть это все большая история, и хотел это увидеть своими глазами, и, конечно же, удивило, ну, вот сегодня то количество людей, детей, я не ожидал увидеть, я поэтому очень рад, что так получилось сделать, ну, делаю это от чистого сердца, то есть мне приятно, что люди, людям нравится теннис, они поддерживают, болеют, поэтому... Что бы вы посоветовали вот этим ребятам, и вообще вам понравился наш корт? Достаточные ли условия для того, чтобы стать олимпийским чемпионом? Вы отойдите, ну, пожалуйста. Я сам тут играл в крайний раз, когда мне было 14 или 15 лет на этих же кортах, то есть в принципе ничего не поменялось. Я даже не успел посмотреть в округе, сразу же пришел на корт. Но, в принципе, конечно, условия неплохие. То есть зима бывает холодной, закрытые корты я не видел. То есть, наверное, все равно есть те вещи, которые можно улучшить. И, надеюсь, это получится, и будет больше теннисистов именно из Армении, да, как вот раньше был Саргис Саркисян, который выступал за Армению, то есть представлял, и надеюсь, это будет в скором будущем. А что можно ребятам посоветовать? Посоветовать, да, главное, чтобы они делали то, что им нравится, чтобы они занимались теннисом, сколько им позволяет это, то есть время, опять же, учеба. И главное, чтобы делали то, что нравится, и тогда все получится. Потенциал какой у нас потенциал? Вот вы играли с ними. Ну, опять же, есть разный возраст, то есть есть маленькие, которые только начинали, которые надо азы, так скажем, тенниса, да, выучить, и, опять же, разные возраста были, есть ребята, которые вот в конце я играл и играли на хорошей скорости, и, я так понимаю, они уже постарше, поэтому все зависит от возраста и от, опять же, конкретного таланта, и не было времени конкретно с каждым поиграть, посмотреть, потому что очень много детей. Если учесть результаты, опять же, были какие-то взлеты, падения, особенно весной, но были такие личные моменты, которые, так скажем, надо было исправить, волновали вне корта. И после этого, в принципе, вот с Уимблдона я уже почувствовал уверенность, почувствовал свою игру опять. Вот, и, в принципе, если не смотреть на рейтинг, что в конце года закончил ниже, чем другие года, то, в принципе, я вот уже чувствую ту уверенность, ту игру, которую я хочу, в принципе, играть. И надеюсь, сейчас будет время опять потренироваться и уже с следующего года продолжать в том же духе.